Сегодня глава региона Ералы Тугжанов принял главного режиссера и сценариста документальных фильмов французской телекомпании «Пернель Медиа» Лорена Порте. Он прибыл для подготовки съемок научно-познавательного документального фильма о памятниках исторического и культурного наследия Мангистау. В частности, объектом съемок выступает древний культурно-погребальный комплекс и городище Великого Шелкового Пути Алтын-Казган. Фильм будет сниматься за счет средств французской стороны. Помимо съемок состоится и ознакомление с обнаруженными артефактами. Съемки начнутся в сентябре текущего года. Данный фильм будет про цивилизацию и империю гуннов. Главная тема именно империя гуннов. Древний культово-погребальный комплекс городища Великого Шелкового Пути Алтын-Казган очень интересен. Это кладезь исторического наследия и загадок, которые необходимо исследовать и явить мировому сообществу.